Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Сегодня я вам расскажу, как получить импульсную винтовку Домна. Скажу свое мнение по поводу этой импульсной винтовки. Она лучше, поди разберись. То есть она будет одна из лучших импульсных винтовок. Поехали! Для получения этой импульсной винтовки вам понадобится баллистический журнал. В дальнейшем, то есть версии другие, если вам вдруг выпала импульсная винтовка с плохими талантами, вам понадобятся всего лишь модульные отчеты, ну как и ранее. Первый этап квеста вам надо собрать с падших эфир. Делайте это на черном исходе. В течение 2 минут примерно вы убьете 25 падших. Соответственно, вы сделаете данный этап задания. После чего опять отправляетесь на край артефакта. Тут у нас, когда появляется босс, соответственно, убиваете дрона у сундука и забираете оружейное ядро. Следующий этап достаточно сложный с какой-то стороны. Почему? Потому что презренных сейчас в городе грез нету, у нас там темные. А презренных вообще вылавливать достаточно сложно. А в этапе присутствует, что нам надо убить 70 презренных, из которых 30 прицельными выстрелами. Все решается благодаря полому логову. На спутных берегах запускаете полое логово и проходите. Где-то до середины миссии вы как раз выполняете 70 презренных из импульсной винтовки, подчеркну, и 30 из них прицельными выстрелами. Следующий этап, вам надо опять из импульсной винтовки убить 15 противников. Соответственно, это там же довыполняется, после чего вы можете просто ливнуть из этого налета. Далее нам нужно 20 осколков, соответственно, мы снова отправляемся на Марс, отправляемся вот в этот затерянный сектор и проходим его 2 раза. С босса выпадает по 10 осколков, соответственно, нам не нужно 20 осколков. Собираем и отправляемся к Аде. Ада нам дает конечную версию винтовки, после чего отправляет нас активировать ее в кузнице Идзанаги. Там активируем и получаем данную импульсную винтовку. Если вы думаете, что я вам соврал по поводу того, что эта импульсная винтовка перестреливает «Поди, разберись», обратите внимание по поводу моей старой «Поди, разберись» и текущей «Домны». Как вы видите, она уступает ей. Поэтому я считаю, что данная импульсная винтовка, скорее всего, займет место «Поди, разберись». На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Пальцы вверх ускорят выход роликов на моем канале. Подписывайтесь на группу, на канал. Всех благ, друзья!